Выяснение отношений на кулаках обошлось в кругленькую сумму. В парламенте Молдовы подсчитали сумму ущерба, нанесенного во время вчерашней стычки между оппозицией и социалистами. Как сообщил генеральный секретарь законодательного органа, по предварительным подсчетам это около 60 тысяч леев. Председатель парламента Зинаида Гречане потребовала начать процедуру по установлению виновных в порче имущества, а социалисты потребовали у депутатов от партии «Действие и солидарность» отремонтировать электронное оборудование и другое поврежденное имущество за свой счет. Не знаю, из зависти, что меня не было, или даже не знаю. Поломали микрофон председателя. Прошу секретариат выступить с объявлением, был ли нанесен ущерб имуществу парламента. Конформ эвалуэри прелиминари, каре са фэкут, авем продусе ку дефект тотал ин валуаре де песте 16.000 лей. Și cu defect parțial în valoare de peste 46.000 lei, ceea ce presupune că încă lucrează, dar sunt deja oxidate și în scurt timp vor ieși din defecțiune. Deci aproximativ în total defecțiunile care sunt în valoare de 50-60.000 lei. Прошу секретариат и юридическое управление инициировать процедуру и установить виновных в порче имущества парламента. В стенах законодательного органа накануне было жарко. Депутаты выталкивали друг друга из президиума. Оппозиция пыталась заблокировать голосование по спорным законопроектам. Апогеем происходящего стало выступление депутата от ПСРМ Влада Батрынчи, который объявил о том, что проект закона о налогово-бюджетной политике был одобрен в первом чтении голосами парламентского большинства. В бой полетели кувшины с водой. Во время потасовки были повреждены два микрофона. Ситуация парламенту авотат пентру проекту леджи под сути 73. Întreb comisia socială care este poziția cu privire la... Rușine! Rușine! Rușine!